Всем привет, с вами Кейн, и сегодня я решил ребутнуть видео по Смоленску, поскольку изменилось бронирование, изменилось пробитие, в общем, много чего изменилось, и я считаю, что тот билд перков, который был раньше, он уже не актуален, поэтому я вот решил переснять это видео. Вот тот билд перков, который я сейчас использую на Смоленске. Ну, те, кто считает его неправильным, они могут просто взять вместо инерционки пелинг, и будет тоже весьма, в принципе, неплохо. Убийца эсминцев, охотник за эсминцами, то есть, ну, весьма таки неплохо тоже. Ну, у меня вот такой билд перков весьма эффективен, как мне кажется. Пробуйте, ставьте, играйте. Ну, а теперь продолжим наш бой. Бедный Ташкент. В начале боя так просесть. Причем от 8-го авика то. 9-й этот эсминец. О, а вот он, пошел его добивать. Шокакер. Или шокер. Ну, мы ему в этом поможем. Пусть только его засветит. Итак, я уже почти возле острова. Из-за которого могу уже настреливать, и меня никто не увидит, если не обойдут с фланга. Блин, он в дымах. Ё-моё! Прям купила, играть не купил. Кошмар. Вижу крейсер противника. Внимание, обнаружен эсминец противника. О, вот эсминец нам нужен как раз. Союзники, блин, да что ты будешь делать, а? Добро. Да, вот и советский линкор выгорает как спичка. О, отлично. Обнаружен линкор противника. Крейсер противника. Внимание, обнаружен эсминец противника. Вражеский линкор потоплен. Ой. Обнаружен крейсер противника. Стремился.
стремительно рашил. Нужна разведка. А толку? Запрашиваю огневую поддержку. Хорошо. Так, ладно. Не будем бесполезно стоять. Пойдем хоть на точку наступим. О, еще один пожарчик. Поставьте дым завесу. Да, кстати, Кит, сыграл ты очень хреново. Сдохнуть от японской торпеды в начале боя, ну это вообще отступаем. Просто жесть какая-то. Вот Флетчер, красавчик. Блин, он уже почти всю точку захватил. Ладно. Монтана ни с кем не перестреливается. А, он все-таки перестреливается. Да. Начнем наши горячие пати. Нужна помощь с ПВО. Союзник, требуется твоя поддержка. Два пожара, отлично. Не-не-не, зачем ты провожал? Не надо. Надо гореть. Монтана, ты чё? Блин, ну Монтана, ну чё соперник? Вижу эсминец противника. Было два пожара. Теперь ни одного. О. А, по вас ими стреляешь? Молодец. Союзник, требуется твоя поддержка. Скотина. Нужна помощь с ПВО. Вижу крейсер противника. Неполадки устранены. Так, кто это там второй взял меня на прицел, а? Курфюрс, ты чё? Прекращай. Дымогенератор запущен. Тихо, тихо, тихо. Нет, не горячись. Я обоих вас прожарю. Постановка дымов завершена. Надо догорать. Не-не-не-не-не, ты чё, Курф? Ты зачем так метко стреляешь-то? Вижу эсминец противника. Так, я не понял, ты горишь, но только это, по-моему, не мой пожар. Как ты так, а? Друг. О, теперь мой. Ай-яй-яй. Гапуем, да? А ну-ка, гап включил или нет? Сука, включил все-таки. Ну ничего. На твоем эсминце поправимся. Yes.
эсминец потоплен. Да. Ну, что я могу сказать? Смоленск. За 10 минут боя 172 тысячи без всякого напряга. Ну, как был им бой, так им бой остался. Те, кто успел купить его, поздравляю. Ну, а те, кто не успел, попробуйте взять этого Кольберта. Тоже, в принципе, неплохо. Но у меня есть Смоленск, поэтому заморачиваться как-то ради Кольберта я не буду. Ну а так, весьма крутой кораблик.